Вот он наш, бедолага, которого тормоза клинит. Ну еще съездили на станцию. Так, это у нас вот ЦПМ. Клапаны сброса, масло тирач. Все те же самые ошибки. Курсовая устойчивость. Тормоза подклинивает. Не знаю, может кто подскажет, что с ним делать дальше. Куда лезть вообще? Энергачи рабочие. Этот КамАЗ уже нас достал конкретно. Уже сил нет. Вот он. КамАЗ, блядь. Так что, ребят, есть у кого идеи, может, кто что подскажет, куда еще залезть нам, в чем причина подклинивания, пишите.